Скажите, как относитесь к тому, чтобы на Новый год были фейерверки? Они в Мариуполе официально запрещены, но люди запускают. Так как у нас много донецких, и многие дети этого боятся, просто сделали бы какой-то определенный день, чтобы запускать. Ну, конечно, не ночью, не круглыми сутками, но все равно же будут пускать. Запрет. Это, чтобы не сильно темно было, чтобы дети не боялись, а так... Запрет все равно, да. Что все равно будет стрелять. Скажите, как относитесь к тому, что на Новый год запускают фейерверки, а они в Мариуполе запрещены? Отвратительно. Не нравится, конечно. Для чего волновать людей и все? Плохо отношусь. Мне лично нравятся и фейерверки, и то, что их запретили у нас, это... Не знаю, это плохо, очень плохо. Плохо. Точно так же, как и вот мой друг. Надо же радоваться жизни, правильно? Вы сами будете запускать? Обязательно. Да. Ну, если запрещены, значит, так надо. То есть, можно и без фейерверков, собственно говоря. А вообще, вам нравится? Нравится. Да. Придет время, будете у нас фейерверк. Ничего страшного. Ну, вообще, очень отрицательно. Потому что, ну, мало ли, всякие случаи бывают. Взорвется не так или еще что-то. Ну, красиво, понятно, но вообще отрицательно. А не, я наоборот за фейерверки, конечно. Это праздничное настроение. Я за фейерверки. Да. Ну как, если нельзя, значит нельзя. Что? Как? Вы сами запускаете? Нет, конечно. У меня дети маленькие, я боюсь. Ну, я думаю, что они не должны быть запрещены, ведь это все-таки праздник, и нужно отмечать его. И я думаю, это никак не должно повлиять на текущее состояние в стране, ну или в городе. Ну, я отношусь к фейерверкам положительно и считаю, что их должны разрешить, и ну, чтобы все были счастливы и отмечали Новый год, запуская фейерверки там, с друзьями или с родными и так далее. Или всем нравится, пусть нам все равно. Ну, люди радоваться должны. Вообще, по идее, положительно. Положительно, да. А вы будете запускать? Нет, мы только вдвоем будем встречать Новый год. Я лично за, потому что я не вижу в этом ничего такого опасного. Если даже видно сам фейерверк, то люди подумают, что это не взрыв, ну, а только салют сам. Ну, не знаю, лучше бы разрешили, потому что как бы Новый год, и лучше, чтобы люди радовались и запускали фейерверки. Мне без разницы. Типа, военное положение, ну, типа, не стоит запускать фейерверки. Мне кажется, это опасно. Люди могут подумать, что какой-то взрыв или еще что-то. Поэтому я отрицательно. Вы запускаете? Да. Ну, конечно, не каждый год, потому что не всегда в Мариуполе празднуем. Вот, но все равно запускаем. Ну, просто красиво, сильно придает именно радости. Ну, если запрещено, то не надо. Потому что нужно все-таки всегда поддерживаться закона. Если мы будем делать все, что хотим, то это неправильно. Ну, если надо спецэффекты, пусть съездят на передовую, там послушают.